Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение партии на восьмерых за Китай в Sid Meier's Civilization 6. Континенты и острова, три включенных режима, в общем, все подробности в первой серии, если вы случайно наткнулись на это видео. Ссылка на первую серию в прикрепленном комментарии, там же ссылка на плейлист всего прохождения. Переходите, смотрите с самого начала. Спонсоры канала, кстати, все серии видят сразу, у нас тут практически Netflix. Спасибо вам большое за поддержку и всем вам приятного продолжения просмотра. Китай вступает за своего вассала. За Маскат. Это пропустил цепочку, это Китай напал, да, на кого? Да, да. А просто чё в конце хода? Я тут уже чё покрыл, типа не буду ходить. Ну плюс, это рассинхрон у Лёши был. Плохо, что грек с наукой плохо, так бы подплыл с ядеркой, так Лёша в бок. Плохо. Поляк, ты будешь со мной воевать или не трогать твои юниты? Я с тобой не планировал воевать, Маскат просто. Ну я понял, я тебя спрашиваю просто, типа мы в состоянии войны из-за того, что ты в союзе, но это же не значит, что мы обязаны. Вы там убрали таймер, а то у меня как бы нету таймера. Вы в курсе? Да, да. Ну, у нас ход закончился по таймеру. Блин, почему через француза все? Чинду давайте, может, хотя бы попробуем. Так, Врен, наконец-то. Отправлю. Польша, за пример, берет позицию Турции в реальном мире. Прямым участником не будет, будет помогать обеим сторонам к конфликту. Блин, тут не проплыть мне мимо Польши. Так, дальше я хотел открыть самолетики. Так, а везде я плотины поставил? Строится. Тридцать пять ходов, ни хрена себе. Вот еще. Шеф-тендер пахнет. Да я еще хожу, блин. Планируешь, походили, ждем тебя. Блин.
Китай, твой шпион будет оставаться на нейтральной земле до окончания конфликта. Блин, я тут не успеваю плотины строить, фак. Плохо! Польша предлагает уравнять шансы Китая и Франции. Каким образом? Это ты предательство, что ли, кинул? Ну да, мы же в союзе были. Нет, я поляка спрашиваю, думаю, о чем он... предлагал. Нет, нет, это я. Это возможность уравнять. Так, я загрузился. Сейчас. А, все-таки военный кризис или прошла? А, прошла. Блин, что за бред? На 39 ходов? До конца времен. Так, ну я готов, давайте там посчитайте. У нас вот явно этот танчик хочет отрубить. Ребят, француз, ты готов? Сейчас, одну секунду. Сейчас, секунду. Я уже наверное, тут. А когда вот много сообщений в правом углу, типа там, ну, новое задание и так далее, там, счетчик 5-6, а как можно разом их дропать? Давай, посчитайте нам кто-нибудь. Раз, два, три. Я правый щелкну, он по одному убирает, а как сразу? Того хотел убить. Никак. Никак. Блин. Ну, успел вроде разграбить. Что, Леша, видео, по-моему, как-то разом его дропает. Правой кнопкой.
Вот это ты зря убил. Давайте лучше невозможно ограбить кучу бабла. Зря я тут плотину вообще начинаю, в принципе, строить. Франция, ты же знаешь, да, что нужно по воздушному шарику лупить? Нет, кстати. Он дает плюс один дальности стрельбы, поэтому он тебя сдалека отфигачивает. Поэтому, если можешь, аккуратненько. Ну, у тебя воздушная есть как раз оборона. Я не знаю, шарик пропадет, если ты убьешь арту. Да мне еще наехать на него надо, скорее всего. Ну, это не факт, я не знаю. Но у тебя танки есть, поэтому ты пока погаси танки. А, он беспилотник сейчас сделал. Ну, идея-то понятна, надо беспилотник убрать. И тогда он к тебе не подойдет. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Хотя ты чё не отводишь из Рена войска, потому что он сейчас захватит тебя. Слушай, давай он будет как бы сам играть за себя. Так подожди, наша же задача, чтобы мы каждый выиграл, а не чтобы помочь тебе выиграть. Немец, прими. Ну я же против него играю, не против тебя. Вступи в войну, воюй со мной. Я вступил в войну, я дал ему военный союз, я проголосовал за минус 3 к твоей боевой мощи. А когда будет Египет на него нападать, что ты будешь делать? Египет, кстати, со мной соседушка, так что... Слышал, дед, да? Кстати, дед, а у нас когда союз заканчивается? А, отлично, ну, ты знаешь, что делать. А что делать? Ну, что предложить, когда он закончится? Ну, просто у меня не будет времени, ты уж извини. Ну, не факт, что я что-то буду предлагать. А, даже так? Даже так.
Ну, если ты хочешь на меня напасть, я просто сразу помирюсь с французом, и все, я не знаю тут. Я не хочу на тебя нападать. Но... Ну, так а смысл? А что тогда не предложить? Если союз, то это до конца игры прям. Какой до конца? 20 ходов. 146, еще 14 ходов союз будет. 30 ходов, вроде. 20. 20. Союз 20 ходов, да. У него ты соперник тут. А, счет, просто атакуем. Ну ладно. Я думал, мы как-то это по счету играем. У нас синхрона не было. Я, да, что-то, ну... Ну, хоть сказать можно было, но... Ладно. Не, давай загрузим ход. То есть ты думаешь, ты бы успел отбить это? Нет, я два корабля бы отводил бы хотя бы. Давайте, давайте, зачем? Подожди, у тебя... Подожди, если мы разговариваем, да. То можно тогда не атаковать, ничего не делать? Да, ну нет, продолжаем, хрен с ним. Ну, давай атакуй. Просто, ну, я корабли хотел отводить, и я думал, что сейчас ждал, когда ты загрузишь, и тот был, чтобы подходить. Ты мог спокойно отводить корабли. Мы, смотри, мы когда грузили, я когда у меня рассинхрон, ты просто загрузился, я еще не загрузился. В данном случае, ну... Я даже не знаю. Ну, я просто, я же не знал, загрузился ты или нет. Я так думал, если ты хочешь на счет, ты спрашиваешь. Вот я, если бы я хотел на счет, я бы тебе сказал, давай на счет, потому что ни хрен знает, кто из нас первый грузится. У нас хост вообще Грега. Если ты хотел на счет, то ты говоришь, я хочу на счет. Каждый ход. Ты хочешь каждый ход на счет? А, ну я не знал, что каждый ход надо играть. Я думал, что мы пока на счет играем, и так уже играем. Ну, каждый раз. Нужно. Ты хочешь на счет? Вот сейчас я тебя спрашиваю. Ты можешь вот сейчас решить? Ну, я хотел на счет, да. Я хотел на счет. Что тут хотел? Дальше ты хочешь? Как мы дальше играть будем, блин? Я тебя спрашиваю. А, дальше? Ну, давай уже на счет играть. Хорошо. Так, пока потерпите в такой проекции. Так, ну теперь мне надо строить аэропорты и современные самолеты. Так, а где нам аэропорт? Какой у нас... Где у нас прибыль самая большая? Ну, я имею в виду производство. В Пекине, потом... Вообще как-то маленькие, кстати. Маленькое производство и там, и там. До нас дошли в слухи, что Китай уже исследовал расщепление ядра. Так, дед не будет у нас военного союза? Дед? Дед, ты тут? Здорово всем. Здорово. А, слушайте, здорово. Деда нету в Дискорде, а он в игре? Дед, в... Ай, не знаю. Дед в игре, но ход у него завершен. Приветствую, Турция. О, его, короче, нету в Дискорде вообще нет, даже. Нет. Турок, не хочешь за себя зайти дальше? Ты еще в этом да. Игре? Да, я ж буду. Вы что, только полчаса назад начали, да? Нет, мы нет. Начали... Или вы давно уже? Три часа, нет, четыре почти уже назад. Ну, я зайду, доиграю как есть уже. Ты еще можешь допилить тебе бедных два города Кри.
тебя с ним война, кстати. Понимаю. Сейчас допилю тогда. Я не знаю как, но он тебя обогнал там по науке. А как? Сейчас серьезно? Не по науке. Так, ну надо как-то так, во-первых, спасти Арту. Уже три. А где он третий? А, понимаю. Стоп, да, а что он захватил? Он захватил что-то мое? Не, я ничего не захватывал. Или он поставил где-то еще третий? Поставил. Сейчас как бы рабочие тут мне уже не нужны, я смотрю. Разорвано. Ванилька, сделка принята. Спасибо. Так, корпус пехотинцев. Здорово. Да, слышно. Так а чё дед без военного союза? Не понятно, а дружбу тогда зачем ты принял? То же самое 20 ходов. Непонятно. Нет? Это чё, экономические... Тут плюс 5, как бы, к силе. Если ты боишься, что я всего француза заберу, то я думаю, что мы можем договориться по городам. Вот. Но Египет должен понимать, что... Ла-Рошель, Марсель, Амбуаз, Нант, это явно все твое. Что за военным решением последует такое же противодействие? От кого? От цивилизованного мира. Ну вот кто? Немец? Пшепрошем. Поляк, ну, поляк. С поляком договоримся. Поляк открыт к переговорам. Что, все? Все договорено. Да, я сейчас в свои подлодки выйду и пойду кошмарить море. Турок, как тебе, кстати? Там скрипа и видишь. Я написал, что турок включился с игры. Ну, видимо, 0 МС был. Турок, а ты в курсе, да, что слева от тебя вчера там такие просторы были, я упарился их заселять. Да-да-да, я в курсе. Я там пытался города ставить, но там очень-очень много места. Там хотел город еще поставить потом. Не понял, а где здесь плотина построилась? Что-то странно. Что, думаю, может таймер возвращать? Принимай. Тогда. Сейчас загрузился. О, с турком можно торговать теперь. Можно теперь да. Турок предложение. Так, там Маскат вроде забирают, здесь да? Здесь геополитическая обстановка вот такая. Здесь идет военная агрессия против Франции. Ладно, пока никуда не буду. Поэтому любая помощь... Сейчас посмотрим. Присоединяйте к нашим альянсам. Францию пытаются поделить пополам. Не слушай, не слушай. Лучше торгуй с цивилизованным миром, с Польшей, с Германией. Я тебе напоминаю, что Германия, тебе это говорит Германия, который лидер сейчас по науке, в общем-то, и вообще лидер. Но не в принципе, по очкам. Лидер. Ну, не по очкам. Так он сейчас заберет вон Кри, все вот это, всю Кри, и я думаю, что ему достаточно этих очков будет. Хочу напомнить Китаю, что если бы он вкладывался не в военную машину, а в науку, то он тоже был бы... У меня есть причины так делать. А не потому, что я хочу забрать Францию.
Но по дороге собрать Францию было бы неплохо, да? Нет, я мог бы играть и не забирая Францию, но есть конкретные причины. Так, напоминаю, что насчет. Значит, я тебя жду, когда ты скажешь, что ты будешь готов, француз. Да, я потому что еще не загрузился. Так, француз, я загрузился, я готов. Я готов. Раз, два, три. Чуть-чуть тайминг для Лёши. Не надо, зачем мне таймер? Наоборот, всем уберите таймер. А, блин, убился. Хреново. Даже не знаю, что тут лучше прокачивать. Ладно, давайте на космическую гонку. Пинга, но я не уверен, что это правильное решение. Кстати, у меня какой-то странный глюк. В общем, затопленные клетки... Мне показывает, как не затопленные. Последнее время я тоже замечал такое, а после перезагрузки. Да, ну это глюк. Так-то не затопленные все равно. Потому что неудобно, ты не понимаешь, что оно затоплено. Видите, невозможно ремонтировать. Ну, видимо, этот минус кампус уже навсегда. Не успеваю я, видите, нормально. Так, а Египет не объявил еще войну Франции? Еще в следующем ходе, видимо, у них заканчивается дружба. Деньги на покупку самолетов коплю. Следующим ходом аэродром строится. Слушайте, а давайте, наверное, здесь тоже построю. Вот вместо этой клетки. Я понимаю, что крутая, но нам нужен аэродром. Чем больше, тем лучше. Так, закончил на счет будем, да? Да-да. Француз не догоняет, что ему надо разграбить мне алюминий. Или он вообще не понимает, почему именно Рен я брал. Так, слушайте, а сколько Рен будет держаться? А, нормально. Если он возьму, так и вообще он не отвалится. Я загрузился. Я тоже. Посчитайте нам. Дед. Дед. Раз, два, три.
все убили мне. Так, ну у меня есть деньги на покупку самолетов. В общем, две штуки можно купить сразу. Все, пошла атака Египта. Так, этот рядом с горами, что ли, у нас? Блин, ну где тут горы нормальные? Или с тропическим лесом? Блин, тропический лес, по-моему, у нас у Пекина вот тут три штуки. Все равно не фонтан, честно говоря. Порядка. Мы дружим ведь? Это Египет спрашивает? Да. Если ты не обидишься, если я тебе украду доступ со слоном. У тебя же есть слон. Зачем тебе еще один? Так, он что там делает? Они крутые. По-моему, армию создает. Ради. Формирует армию. Тогда вот тут танчик сейчас сделается. Из него мы сделаем армию. Так, а здесь мы купим. Мне, наверное, не хватит на армию, да? 1080. Ну, давайте корпус. Слушайте, а давайте тут, может... Не, подождите, нам надо как-то захватывать Леон. Но эту арту он мне уничтожит. Вообще, вот у нас танчик есть. Следующим ходом мы еще не сможем Леон забрать. Так, мне надо 920 монет на покупку самолета еще. 950. У меня будет 775. То есть 180 монет надо. Греция, предложение. А, я понял, мне еще и не показывают эти, где у меня плотины построены. Да, странный глюк. А если бы не дедушка, то Франция бы далеко отбилась. Нет, не думаю. Я захватил нужный мне город с алюминием. Причем француз не догоняет, что его надо грабить. Не знаю почему. Грек, дай на один ход буквально, ну, на два хода, на два. Хочу пошалить. Блин, у меня, кажется, очень много кампусов затапливается. Почему
Вообще нехорошо. Я тебя там взаим на два хода попросил, дай, пожалуйста. Бля, Египет, сори. Он был скрытый. Наехал. Какой-то удар по килю. И хоп, там подлодка. Грек. Я дал. Там, кстати, у Египта падает апу возле немца. По лояльности. Да, минус 2. Все, уже практически упал. 40 ходов, если поторопиться, то... Ну, можно забрать 90. Да. Подождите немножко. У меня и Рен, видишь, по лояльности не хочет. Я там сейчас проведу референдум, будет Ренская Народная Республика. И все будет хорошо. РНР. Я загрузился, готов. Сейчас, секунду, я с дедом выезжу. Не, слушай, так, ну, ты хочешь по очереди сначала с ним повоевать, потом со мной? Давай, считаем. Дайдите счет. Раз, два, три. Блин, я забыл, что ли он не будет виден. Хотя этот истребитель нормально так сопротивляется, между прочим. Так, что нам тут дальше открыть? Нам надо здесь обработать. Алюминий. Блин, а где я сейчас поставил рабочего делаться? Блин, что? А, он просто не показывается мне, блин. Тупость. Может атаковать? Не, пишет тяжелое поражение. Надо к этим танчикам, кстати, вот сюда встать, чтобы окружение было. Так, танк завершен. Давайте ангар. Больше самолетов. Здесь просто самолет, что купить я уже не смогу. Но у нас ноль. Пока ноль. Следующим ходом пока еще будут полностью самолеты работать. Но вот этот истребитель, конечно, больно будет бить. Но у меня есть один целый бомбардировщик, я его сначала использую. Блин, а нам... А зенитки я открыл? Я же давно открыл зенитки. Надо зенитки построить. Слушайте... Давайте тут не ангар, а зенитку лучше. Блин, три хода. Да, я вот тут не успеваю нигде доделать плотины, похоже.
Там все утонет. Не знаю даже, что с этим рабочим делать. Довольство -2. Но это из-за войны, конечно. Ладно, давайте танк. Вроде должен умереть этот истребитель. Защищаясь от бомбардировщика. Но он 25. Тот наносил 25. Это, конечно, будет больше наносить. Но я, наверное, эти как апну. Этим вот проатакую бомбардировщиком. Блин, не знаю, как. Надо как-то ли он. Француз, я загрузился. Вот. Так, я тоже загрузился. Посчитайте нам, пожалуйста. Раз, два, три. Польша. Ты в 5 городов играл? Да. А чё так? Это у меня такой остров. Ух ты, минус 6. Блин, может кто даст алюминий? Пантеон на тумбу и погнал. Когда я брал пантеон, я ещё об этом не знал. Понятно. Грек, предложение. Да, надо апаться пока. Блин, тут минус 12 из-за... Блин, надо ли он брать. Грек, глянь предложение, плиз. Ты отказался? А что ты хочешь за это? Да мне бы ресурсы, у меня денег полно. Ну хорошо, ладно, сейчас ресурсы тебе дам. А какие конкретно? Ты имеешь в виду на счастье? Да. Кинул. Вот это истребитель я зря купил, мне кажется. Ладно. Посмотрим. Все утопло, или я успел здесь... Если я успел. Вау, зашибись. В целях разведки. Давай. Один ход, все, тут уже без шансов.
Ну, может, постоять в городе лучше, в Рене. Хотя нет, уже нет. Блин. Какое своевременное повышение. Так. А что тут нам? Что у нас? Предлагают пушкой ходить. Так, минус 3, но я обработаю это и будет у нас плюс к алюминию. Блин, а где алюминий? Еще алюминий у... Спасибо большое. У Франции. Или ему кто-то дает. Ага. Попался. Грега, сверху я поставил меточку. Там находится Женева. Мы не хотим с ней разобраться. Так, а алюминий французу дает немец, да? Нет, у меня он откуда-то вот есть, не знаю, два алюминия откуда-то мне заходит. Заходило. Не, разбираться не хочу ни в коем случае, я туда послов отправляю. Два? А у нас Хатуса есть в игре? А, у нас Хатуса есть в игре, ясно. Где-то ты там Хатусу не можешь перекупить случайно? Нет, у меня нет ничего. Грега, а ты не хочешь вот перекупить Хатусу? Зачем? Нет, никто не хочет перекупать Хатусу. Кстати, Франция, тебе, может, нужны ресурсы? Да, ребята, меня все равно тут как бы с двух сторон лупят, они рано или поздно меня заберут. Вы разбираетесь лучше, пока я тут это, веселюсь. Ну смотри, у меня есть алюминий, у меня есть уголь, металл. Что надо? Не, угля у меня валом, нефть есть, алюминий. Алюминий есть тоже. Пока все есть. Может тут купить ПТ-команду хотя бы. Это немножко уменьшит. Сейчас я сюрпризик. О, минус 4. Подержись еще. Стараюсь, держусь. Да. Ну. Мы отомстим за тебя. Кстати, о, хорошо. У меня и урана нету, походу. Этот самый, как его, если есть деньги какие-то, вот. Было бы а, есть! Хотя бы. Вау! Два даже! Вау! Так, так, так. Через пару ходов. Окей. Так, ну нам надо, значит. А где у нас. Давайте ходите, мы. Так... Да, надо. Ну, Франция, предложение. Ой, есть, есть. Ой, спасибо большое. Сиань. Так, в Сиане доделаем Сэмль и будем делать проект. В общем, я буду их развлекать по максимуму. Польша обещает построить завод по производству. Я не знаю, что Польша производит. Унитазов. Во французском Марселе. Я загрузился. Готов воевать? Ну да, давай. Посчитайте нам. Раз, два, три. Бедных коней железо бьет. За что?
Они мне там не нравились. Они там некрасивые. Тебя вели. Так, ребята, если договоримся по репарациям, можно все вернуть обратно. Подумайте, окститесь. Хотя вы там Хаймерса не пригнали, да? А мне тут, да. Еще Ленд-лиз должен подписать немец. Он, правда, вступит через пару веков этот самый, но... Поэтому, господа, одумайтесь. А что-то одумываться, как выбора нету особо. Ты сейчас говоришь, как один диктатор. Да. Ну, я не буду тут задвигать про то, что Китай и французы один народ, и французы придуманы Лениным. Да, и тут у французов родитель один и родитель два, да. Олег, куда ты встал? Уберись, пожалуйста. А там у меня почему-то закончились очки хора. У меня было 5, я туда вступил и я остановил. Совершенно случайно. Да, таких. Такое мы знаем. Поздравляю. Я уберу следующим ходом. Я вниз пойду. Раину и Сиане убрали. Поляк, у тебя же броненосцы есть, а чё ты не кошмаришь Китай из левого бока? Ну, у него на побережье стоит все. Так мы договорились, типа, что мы не воюем. Кстати, предложение, поляк. Как и Египет на побережье, с твоими броненосцами ты можешь нормально так разбить его. Ну, под сотню со стенами? Под сотню? Не города, чисто флот. Флот-то да, ты разъебешь просто. Ой, извините за мной. Поляк, Китай, предложение. Китай, ты обещаешь больше не захватывать города Франции? Нет, он это не может обещать. Тогда, к сожалению, я не могу предать своего союзника. Подожди, я же спросил в начале войны, мы с тобой воюем? Ты сказал нет. Ну, формально, как я выступил как союзник. Какая времена меняются. Зачем? Ну, это военный союз у немца с французом. Представьте, как Парижа почувствует себя, когда узнает о новости о мире между Польшей и Китаем. Ну, французы очень обидятся. Именно. Чувствует предательство какое-то. Да. У него и так на 2 предательства больше, чем следовало. На полтора. Еще минус довольства идет, конечно. Хреново все. Так, а там еще стены нельзя ремонтировать? Можно.
Французы даже варвары щемят. О, у меня даже в плюс. Да вообще все против меня. Так, ну следующим ходом должны вроде забрать город, наверное. Если нам хватит самолетов. Но он, мы убили там... Я появился неудачно, понимаешь, что тут это все в геолокации получается. Ну, по сути, ты мог просто выйти в шапки и снести нас. Да. Ну, я и... Ну, а с другой стороны, хорошо, дед. Но он же не может на обоих сразу напасть. Ну вот что, ну, да. Он бы сносил меня, ты бы сидел, что ли? Ну, он бы сносил тебя, а я бы ничего не делал, потому что я бы его не смог захватить даже. Если бы он сносил тебя, я бы на тебя, я бы на него напал. А что бы ты сделал? Ну, грабил бы, отвлекал бы его, заставил бы заключить мир с тобой хотя бы. В смысле, ну, что? Он, смотри, у него территория вот так вот в нашу всунута. Например, он нападает на тебя шапками, я прибегаю там к кавалерии, граблю ему все, например. И что, он терпит до последнего, пока он тебя не заберет, что ли? Почему нет? Ну так у него никакой экономики. Ну это уже устареют шапки, ты что? Что, он тебя за 5 ходов забирает? Даже если за 5 ходов, то сколько ему ходов еще вернуться ко мне надо? Ну он же не будет все войска возле меня держать. Там штук этих 5 шапок надо, он спокойно заберет. Они же звери такие же. А там просто потихоньку строит армию на твоем фронте и идет на тебя. Я увидел, что он воевать не будет, когда он это разведывательное управление построил. Я нет, тоже. Дед, сейчас скажем. Я готов. Можем? Можем воевать. Сейчас, секунду. А дед готов? Да я не готов, я гружусь. Играйте там. Понял. Хорошо, да, посчитай нам, дед. Раз, два, три. Сус, я тут могу ходить. Да, бля, где самолеты? Такой выбор самолетов просто охренительный. А где-то ты подгрузился? Да, да, я говорю. Я уже тут. По-моему, тут еще должен быть самолет. Грека там. Я не понимаю. Так, кого мне убило сейчас? Блин, кого мне где убивает, ё-моё? Корабли в моей гавани. Так, арта. Танк. Линкор. Центром города. Угу. Я что, всеми бомбардировщиками походил, хотите сказать? Я не понимаю, подождите. Ну вот почему он... А, там истребитель же у меня, не бомбардировщик. Истребитель я апнул. Так, теперь ему надо стоять или пройти, или проатаковать этого танчика. Так, ну немец, я в тебя верю все равно. Поляк, убери, пожалуйста, коника. Чё-чё-чё? Не, ничего не надо, говорю, я в себя верю. А, спасибо. Спасибо. Так, ну мне кажется, надо теперь... Надо ли нам еще армия? Вот как вы думаете? Мне кажется, нам эти 4 самолета выше крыши, чтобы забрать дальше... Кому? Француза. Так, дед, Руан твой, да? То есть мне остались Париж и Тулуза, да? Да, да. Ну и Нант, если тебе надо.
Немец трейд. Ну, ошибка спасибо, француза, что он мне не разграбил алюминий. Я не знаю, может, он посчитал, что у меня он есть. Даже не посмотрел. А потом можно было еще, конечно, к аэропортам съесть. Ну, тут сложновато. У меня тут нету дорог. То есть ему тут будет сложновато туда проехать. Было бы с танчиком. О, немец, если есть у тебя это, немного этого алюминия, пришли, пожалуйста. О, реактивный бомбардировщик. Давайте, слушайте, может, эти тогда читать лучше. Исследовательские гранты. Так, подожди, а что не добавилось? А ангар что не добавляет? Ячейку на самолеты, блин. Плюс одна ячейка на аэродроме. Ну и какого хера? Просто не показывается опять. Что-то, конечно, какие-то глюки с изображением. Еще не все игры. Дополнительный бомбардировщик. Так, надо следовательские гранты, чтобы быстрее выйти в технологию скрытности, я думаю. Слушай, построй ПТ команды. Ну, если есть средства, потому что у него тут кавалерия сплошная. Вот, кстати. Что-то она дешевая. Но это тебе говорю по Египту. Да-да, я понял, я что-то сразу сам не подумал. Так, ну что, рабочими? Возможно, также будет уместно уменьшить линию фронта. Спасибо. Интересно, а почему у меня тут ушла наука? Блин, мне бы вот сюда этот аэродром ему сломать. Тут два бомбардировщика у него. Но я не думаю, что он Леон может отбить все равно. Хотя... Но у него, видите, у него пушки армии. Но все равно у него две всего. Выглядит очень упорно. Ну, Ла-Рошель 105. Так, ну мне надо Тулузу брать, потому что тут аэропорты. Блин, может дождаться реальной технологии скрытности открыть. У меня, по-моему, эти не долетают даже самолеты. На этом пока все. Продолжение спонсоры канала могут поискать уже в плейлисте, ссылка на него в прикрепленном комментарии. Для всех остальных оно появится завтра. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка, возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.